ангелы кружили, летели ангелы на юг. Летели ангелы на юг, белее в синем поднебесье, от русских городов и весел, от русских бед и русских мук. Парили молча в высоте, уже невестниками блага, и лишь один тихонько плакал, какой-то маленький в хвосте. И я бежал за ним вслед, и я протягивал к нему руки. Куда ж вы мчитесь? Божьи слуги, в постыдном бегстве чести нет. Эй, вы, святые сторожа, ответьте мне перед побегом, как жить в России человеком, когда без ангела душа? И мне вожак сказал в ответ, с небес пикировав навстречу: ты не суди нас, человече, в тех душах, где мы жили вечно, нам нынче просто места нет. Ни нам, ни вере, ни Христу. Там в душах слабых и лукавых такой намешан отрав, что да простит нас Божий правду, но нам там жить не в моготу. И белой тенью на ветру он улетел, тая обиду, то ли к Богородице во свиту, то ли в охранники Петру. А мне открылось, как вокруг всей Руси из всяких точек взмывают белые комочки, как брали твердый курс на юг. А я стоял поникший дух, когда, прокравшись по плечу, мне кто-то тихо думал в ухо: не бойся, я не улечу. Спой, Маргарита.